В Баку почтили память жертв Акдабанского геноцида. Участники прошедшего в столице мероприятия сообщили, что преступление было совершено армянами против мирных азербайджанцев из-за их национальной принадлежности. Маленький ребенок был убит вместе со своим отцом. Старики были сожжены живьем в своих собственных домах. Произошедшая в Акдабане страшная трагедия. Очень сложно тем, кто пережил ее. Я посидел из-за того, что стал свидетелем всего этого. Мой отец был военнослужащим и погиб там. Я также потерял там и других своих родственников.